Проезжали один из участков дороги. Как говорят обыватели, убитый напрочь. Уже и полотна, собственно, нет там в районе Шадейки. В этом году мы планируем выполнить ремонт и окончить вот этот разрыв, про который мы говорим возле Шадейки, 71-84. Мы выполним ремонт. Фрезерование, выравнивающий слой и верхний слой. То есть дорога будет вполне проезжей. В этом году на трассе Пермь-Екатеринбург запланирован ремонт 4 отрезков дороги общей протяженностью 30 с лишним километров. Идет реконструкция с расширением до 6 полос 2 и 3 пусковых комплексов с 13 по 33 километр, которые будут сданы в эксплуатацию в 2014 году. Кроме того, Игорь Зубарев сообщил о дополнительных мерах по совершенствованию дорожной сети Прикамья. Есть одна хорошая новость. Вчера довели дополнительное задание нам по капитальным ремонтам. И у нас появился еще один объект ремонта по Пермскому краю с полным финансированием в этом году. И вводом это участок подъезда к Перми. Такой знаковый участок, поскольку это самый въезд в Пермский край со стороны соседей Удмуртии.